Машины Формулы-1, в том числе официальные тесты. Трасса обладает лицензией 1Т, но вот сейчас наглядно мы с вами становимся этому свидетелями, поскольку действительно на трассе Moscow Raceway, на самом современном автодроме России, сейчас автомобиль Формулы-1, Red Bull RB6, чемпионская машина под управлением перспективного 20-летнего голландца Робина Фринца, одного из лидеров мировой серии Renault, одного из лидеров класса Формула Рено 3,5, благодаря успешному выступлению в своем дебютном сезоне в этом чемпионате, Робин Принц получил вот эту уникальную возможность попробовать себя уже за рулем машины Формулы 1. Таким образом, сегодня у нас сейчас на наших глазах двойная премьера, двойной дебют. Во-первых, машина Формулы 1 выезжает на гоночный асфальт трассы Moscow Raceway, и впервые за рулем машины Формулы 1 дебютирует Робин Принц.